Здравствуйте, я знаю только, что это мистер Фрей, игра Realms of the Haunting. В прошлый раз я был, я даже не помню, что я был какой-то такой, очень такой спланированный, собранный, такой, ща, сделай это, и потом мне не очень понравилось, что получилось. Музыка заиграла, да. В этот раз все наоборот, в этот раз я сделал все то, за что я себя до этого ненавидел. Я там, не знаю, я выпил пиво, я съел жирные колбасы, которую еще и пожарил. Я, конечно, не собираюсь этого больше делать в ближайшее долгое время. Я тут жарю жареные колбасы, да и пиво, скорее всего. Просто потому, что мне жалко свое сердце. Но в любом случае... Да, и потом полежал, в общем, да, карантин вообще такой. Вообще, и так прошел весь день, и в конце дня я такой, все, можно записать Realms of the Haunting. Мы в прошлый раз прошли довольно неприятную область, я точно не знаю, то ли у меня настроение было слишком напряженное, то ли область действительно была неприятная, но это было своеобразно. Ну хотя, я помню, что это были действительно чертовски креативные задачки, и... внутренний огонь Адама мне тоже очень сильно понравился. Так. Вау! Ха! С той стороны все выглядело не так круто. Так, ладно, я зашел за стену, и здесь есть какие-то острова, и есть башни. Вообще, в жизни мне доводилось заходить за разные всякие стены. Вау! Seems to be a charge coming from this. Can't work out what it is. А, то есть нужно посмотреть, что это там, какой-то... Чардж? Ну, чардж, это же заряд, в смысле. Господи, это она. Адам, ты ее хоть не будешь резать? Нет, я думаю, не будет. Ребекка? Ребекка! 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 Ребекка, ну да. Попытаться ее разбудить и кинуть ее тут к чертовой матери. Ладно, а что на самом деле написано? She deserves... after all. Понятно, она это заслужила. Нет, она, конечно, это не заслужила. Что? Она была с Лорентайном до этого. И не факт, что после вообще была. Че? Короче. Ребекка, я ненавижу тебя за то... кем ты, типа, являешься и была, наверное. Твое прошлое не даст мне покоя. Вообще-то, я смеюсь, а, наверное, кому-нибудь это правда так работает. Адам! Чё? Какой-то запах? Хлороформ. Что? Хлороформ? Надо было слушать. Indeed. Действительно. А, это смерть. Черт, серьезно? Что ты с ней сделал? I have done nothing with her. Ничего я с ней не сделал. Then again, однако. Why would you believe anything I said? Че ты мне вообще веришь? Got зачем тебе в нее верить? Действительно. What now? И что теперь? Это довольно очевидно. Ты умрешь. Сделай, мол, постарайся изо всех сил, а то что-то там. Оу. Оу! Ау! Где? А, вижу где. Блин, не надо стрейфить по-хорошему. Где он? Вот, я стрейфлю, стрейфилю. Стрейфилю, блин. Переключать оружие неудобно. Ё-моё! Надо подойти поближе, а то... Да, ё-моё! Правда, он... Ему тоже будет легче целиться, если... Ай! Мне кажется, или... Да! Так, ладно, надо умирать. Адам, надо умирать. Давайте по-быстрому посмотрим. Хотя, честно говоря, даже не хочу смотреть. Лучше так, побьем его и потом по-быстрому посмотрим, что будет, если не освобождать Ребекку. Some old wall. Wonder what old battles were fought here. А?
Some old wall. Wonder what old battles were fought here. Я не понял. Но старая стена, это точно. А это мы не можем оценить. Жаль. Сегодня я, наоборот, довольно громкий, как ни странно. The stone looks melted. Расплавленный камень? Черт, а красиво! Мне нравится, как падает свет, правда. Свет, то есть, правда, за деревьями, как обычно, выглядело лучше. В жизни это тоже так работает. Правда, в жизни редко деревья такие фактурные. Они дырявые. Или мне кажется, что они дырявые, просто потому что лето еще толком не до конца пришло. Так-с. Так, мне по-хорошему надо прятаться от него, но... Стрейф же тоже никто не отменял, но... С другой стороны, есть... Ай! Есть другая проблема. Которая заключается в том, что мне будет неудобно переключаться. А-а-а! Между оружием. А-а-а! Чёрт! Ай! Так, это надолго, если я не умру. Что? Ну, хотя это логично относительно. Вы знаете, я помню, мне это напоминает одну битву в Скайриме, которую я полностью перематывал. Эта битва была с одним из жрецов драконьих. Да ё-моё! Вы бы видели, на какие клавиши мне надо нажимать? Если вы знакомы с классическим управлением того же Дума, то я думаю, вы себе представляете примерно какие... О, он лег. Он снял пол жизни, нормально. Ха, отец лжи. Ты чё, лег? А, я даже слишком радуюсь. О, мое оружие. Мой меч, мой шрайф. А где Ребекка, блин? Где Ребекка, блин? Я знаю, что мне нужно не к ней, но я хочу к ней. Это самая цитата жизни моей. Блин, ее нету. Seems to be a charge coming from this. Can't work out what it is. Ладно. Давайте тогда я выпью вот это. Да, я думаю, этого сойдет. В смысле, этого достаточно. Здесь есть башня, меня это напрягает. Надо сохраниться, загрузиться, попробовать сделать... Нет, не в этом порядке. Вот так. Сохраниться. Да. Загрузиться. Да. И попробовать сделать другое. Да, кинуть ее, она это заслужила. Наверное, она убежала. Если я ее... Вау. А может быть разница в том, что теперь оружие при мне? Да вряд ли. Не знаю, честно говоря, в чем разница. И не знаю, влияет ли это... Ой! В смысле выйти в ДОС? Тьфу, блин, короче, все, надоело. Мистер Фрей вернулся опять, ура. Надеюсь, я ее действительно освободил. Это еще этот камень, он... Я так понимаю, мне его показывают... А, нет, с разных сторон. С разных сторон. Здесь как будто бы действительно есть место, куда Ребекку, грубо говоря, привязали. Ну, в общем, надеюсь, что она куда-то убежала, и что с ней все в порядке. Ну, не знаю. Ой. Ой. Да ёксель. Ой.
Ну просто, блин. Почему здесь какой-то выбор? Что все это значит? Что это за места? Почему я по ним не походил? Может быть, здесь было бы логично прятаться от отца лжи. Wonder what's in this tower. Strange. There seems to be something pulling me. Almost, I don't know, calling me. Серьезно? Он говорит, интересно, что в этой башне. И, мол, странно, как будто бы что-то зовет меня туда. Тянет меня туда. Что-то в этом духе. И здесь красивое освещение. Но посреди не очень интересных стен. Опять этот обалденный эффект. И... Оу! А если с другой стороны зайти, что будет? Это ж странная игра. Здесь правила этой геометрии и прочей дряни не работают. Но нет, вроде здесь просто кусок все той же стены, все нормально. Кусок той самой стены, которой нету здесь места, но и она, тем не менее, здесь существует. Так вот. Свечи. Вау. Вау. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Черт, я сразу хочу здесь погулять, и не один. Сегодняшний заход в эту игру влечет меня к людям. Скорее всего, скорее всего, прикол в том, что я просто сегодня особо ни с кем не общался. Пока что. Надо это исправить. Неизвестно, то вправо, то влево. Есть ли... Оу! Это дерево! Какого черта? Это место выглядит по-странному знакомым. Ну да, говорит, странное ощущение, как будто я здесь был раньше и довольно давно. Очень странно. Я почему не помню, где именно должно расти это дерево. Все-таки здесь своеобразные мифы. Those lights. Seems to be something growing in the lights. Типа свет и. Ну, свет, как сказать. Как сказать, lights. По-русски. Лечилка. Большая, огромная лечилка. И хоть она мне и сказала, что это место находится не там, но я вижу и по ту сторону тоже. Очень странно. Those lights. Seems to be something growing in the lights. Да, как будто бы в этих огнях, точно. Именно так lights по-русски. Да, как будто бы в них что-то растет. Ладно, здесь круто, красиво, потрясающе. Наверное, нам нужно... Что-то сюда принести, попробовать спроситься. Тоже необходимо всегда, но не в жизни. Вот почему я делаю новые и новые сейвы? Потому что боюсь, что сделаю что-то не так. Обратно вернуться не могу, там пропасть. Да. Ожидаемо. Еще неприятно так. Экран сверкает, моргает. После смерти. Окей, в таком случае бежим туда. Chapter 18. Threads. Треды. Что бы это ни значило. Не знаю значение слова. Threads. Интересно, я попаду? Нет, не попал. Мне нужна... Попал! О, круто. Больше я не вижу никаких враждебных фигур. Возможно, на меня будут многие нападать здесь. Но не уверен. Какие-то, блин, пещеры. Что за пещеры? Что такое threads? Хе. Окей. Save. И go. Так мы решаем все проблемы. Опять же, в жизни часть save, к сожалению, не работает. Хотя, было бы слишком много ретрая. С ума бы сошел. Все считалось бы
более важным и все такое. Интересно, в жизни люди бы загружались больше раз, чем в играх, или нет? Я подозреваю, что, возможно, да. А может и нет. Если нет, то это еще норм. А может и да. А хрен знает. О, боже мой. Я уверен, что не попал. О, боже мой. То есть мне по-хорошему надо дождаться, пока они все прилетят. Всех их завалить нафиг. Причем не факт, что создаются новые. То есть, что не создаются новые. Может быть попало, может быть и нет. Переключать оружие, как всегда, неудобно. В данном случае явно Россу было удобнее играть, чем мне. Он себе вас, по-моему, настраивал. Через сторонние приложения. Что-то они там не хотят особо подниматься. Вау! Настоящий деревянный мостик по мостик. Обалдеть! А вон там они ходят в том числе. А, это и эти мерзотные твари. Что я могу, конечно, обо всех здесь сказать, но все же. Блин, чё здесь? Вау! Вот таких приколов я не ожидал. Вот особенно таких. Хотя, вон, смотрите, прикол, похоже, умер. Это одни из летающих. Это не так страшно, как я думал. Ну, окей. Вы знаете, вот я дерусь с ними, дерусь подручными средствами и понимаю, что мне же надо было с ними драться великим и ужасным мечом. Это он или нет? Это он! Блин. Ладно, в следующий раз постараюсь исправить свои ошибки. Дальнобойным оружием, конечно же, хорошо сражаться с всякими там... Ну, особо не стреляющими врагами. То есть, наоборот, стреляющими врагами. Так вот, что я хотел сказать. Ужасно прикольный мостик. Игра все заканчивается и заканчивается, и все крутая и крутая. Вы когда-нибудь смотрели фильмы какие-нибудь экшонские, в которых потом в конце, не знаю, там, час экшена, от которого не устаешь? Вот что-то в этом духе. Разве что головоломки, я... Наверное, у меня просто настроение плохое было. Not too deep. Water's clear. Не слишком глубоко, вода чистая. Я так понимаю, ты имеешь в виду... Да, ты имеешь в виду всю эту воду. А то просто я уже думал, что он говорит об обрыве. Не слишком глубоко, и вода чистая! Кстати говоря, все время боюсь прыгать в воду. Обожаю воду, но все время боюсь прыгать в воду. Когда-нибудь мой страх пройдет или нет? Особо даже не прыгаю никогда в воду вообще. Отказываюсь наотрез. Часть из вас, конечно же, знает об этом. Но той части, которая не знает, я рассказываю. Здравствуйте! Ему было мало. А вот так вот ему достаточно. Блин, этот меч не то чтобы сильно-сильный. Но мне его более-менее хватает. Это точно удобнее, чем 100 раз переключать оружие. Знаете, причем я... Это было «вы знаете». Я в прошлый раз что-то даже решил зачитаться прохождением в том смысле, чтобы понять... Здравствуйте. Вау. Это меня напрягает. Это очередной странный, не слишком враждебный чел. И это мне не нравится. Ну ладно. Силой справедливости! Иди ты нахрен! Блин, сила справедливости слишком сильна. Он наверняка просто не мог сдвинуться с места. Не будем думать об этом. Показал, что он возродился, и я причем в связи с этим даже порадовался. Но нет. Баночка. Так вот,
Я читал, типа, прохождение. Ну, типа, что еще осталось? Так, в двух, так, знаете, так, пролистывал. И там было все описано, как ужасно сложные бои, там вообще кошмар. Что-то как не очень. Ну, в любом случае, моя прекрасная масляная лампа у меня... О, боже мой! Стоп, а возможно, они говорили про эти места насчет сложных боев. Вот здесь я, конечно, уже подозреваю, что они могут быть и бесконечные. И опять же, без стрейфа здесь что-то как-то больно жить. Напряженная музыка кончилась. Или нет? Нет, наверное, нет. Развилок, пока я развилок не вижу, но слышу вот эти удивительные звуки капель вдали. Они мне очень нравятся. Куда я зашел? Чего я сюда пришел? Где я? Шмак. Да, реально шмак. Чапта до хрена 19 уже. Gathering. Господи. А, вот они все стоят. О, вот это очки. Флорентайн. Welcome. Добро пожаловать. Your killing Belial was such pleasant entertainment. То, что ты убил Белиала, это было очень весело. Myself, you see, but with his bestowed immortality, the laws governing the sorcery wouldn't sanction it. But now he is gone. Ну, короче, я теперь ему хана. You, my dear boy. А вот ты, я, мой мальчик. Not for much longer. Больше нет. Чё? You know, а знаешь? I think he means to kill me. Думаю, ты думаешь меня убить. That would be unwise, Adam. Это было бы не мудро, Адам. The sword without the shrive is useless against Florentine's flesh. Типа, меч против него бессилен. До тех пор, пока он здесь. Флорентайн, то есть. The sword and shrive were once one. Меч и шрайв были единым целым. The last place in creation where they can become one again. Only then. When the two. Да, и только когда они вместе соединятся, тогда ты сможешь уничтожить мою плоть. И он такой: не. Бац. Можно с ним разговаривать. Блин. Нет, ты мне не хозяин, я не буду сражаться. Ты блефуешь. Что-то скрываешь. There. Это имеется в виду, типа, я, мол, это сделаю, грубо говоря. Но время на моей стороне здесь. Что? Черт, надо было сохраниться перед тем, как сюда зашел. Хотя, может, сохранялся. Но относительно близко. Давай блефуешь. No. Не-а. Ты что-то скрываешь. И что я хочу? Твоей смерти? Я тебя могу уничтожить там, где ты стоишь.
Ну давай. What are you waiting for? Че ты ждешь? Does this make your task any easier? И это делает твою задачу проще? Что? Что? I get the priest from behind. А, то есть можно его сзади ему сразу же врезать. А загружусь, почему бы и нет? А, типа сломал последнюю печать. Ха, занятно. By the seven be bound. By the seven to come. Power of one. Да, сила одного. Thy will be done. Я не могу двигаться. Это, наверное, я типа или сдох, или... Да, 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 это как Game Over. Escape переносит сразу сюда. Обычно Escape переносит не сюда, если не Game Over. Ладно. Ну окей, ты не мой хозяин, я драться не буду. Forget it. Забудь об этом. I'm not fighting you. Я с тобой не дерусь. Пока ты не скажешь, что случилось с Ребеккой. Ах, с ней? Не знаю это слово. Ты меня спрашиваешь, что с ней стало? Я думал, ты мне об этом сам скажешь. I am the only thing that stands between you and the restoration of balance. А, я все, что стоит между тобой и восстановлением баланса. Что-то там насчет человечества. Так, вот это, видимо... Нет, не буду я с тобой драться. Скажешь, как я сделаю, то есть, фу, как, наоборот, ты сделаешь, как я скажу. Напрягает, что я Ребекку типа пытался освободить. В чем разница-то? Может быть, просто в бою. Оу! Оу! Меня это уже не так сильно напрягает. Тёрнуть, да, вечно и всё такое. Бэм! Ха-ха-ха!
Your time in this world has ended. Типа твое место в этом мире закончилось. Время. Is a dead man's hand. Чё? Prophecy will be fulfilled. Короче, пророчество, да, свершится. А это, да, это совсем расстроил все. Он должен был стать сосредоточением зла в шляпе, но... Но этот, как его, Джекс был сильнее. Если бы ты использовал меч против Флорентайна, ты бы вот это вот разбил. Седьмую печать. Да, я, возможно, тупой, но не сумасшедший. А может, наоборот. Альф, я слышал, что типа меня звали. Скоро здесь закончилось мое время, закончится. Ребекка, тебе тоже нужно присоединиться к... Wave? Abaddon волна? Пророчество Абадона. Нужно Ребекке занять место Абадона. А, извини, Адам. Так должно быть, это должно свершиться. И чё, и всё? Конец? Извини, что лгала тебе. Но мне нужно было, чтобы ты сюда забрался. Да знаю я. I'll be there. In the dreams. Что-то там во снах. Take the sword. Держи меч, Адам. Restore the balance. Восстановишь баланс. So be it. Так и будет. Отец, кажется, это отец. Вау. Адам. Отец, я... Да знаю я, мой мальчик. Но времени нет. Ты должен покинуть это место сейчас же. Или что-то страдать, что-то... Unraveling together. А, что? Changing what Florentine and Belial have done here. Короче, да, Флорентайна и Белиала нету. The house and the temple of the morning star will unravel to time. А, скоро сотрутся с времени дом и вообще все. Если ты срочно не уйдешь, ты исчезнешь. Go. Так что, Адам, иди. Вообще времени нет. Be warned. Осторожно. Though Belial and Florentine are dead, хоть Белиал и Флорентайн умерли, но осталось много, я так понимаю, последователей зла, что ли, там, ну или каких-то ублюдков, в общем. Goodbye, my son. До свидания, сын мой. Адам? Dad, so much I have to tell you. Да, отец, мне так много всего надо тебе сказать. Мальчик мой. Your heart has already spoken. Твое сердце уже все сказало. Чапта... Devil take the... Короче, вот. Блин, надо сохраниться.
Ой, вы бы видели, что у меня сейчас было. Сейчас игра у меня крашила. Ну, не крашилась, там одна программка открылась, все вылетело. Заново воспроизводить все приходилось. Короче, где я? О, господи, я тут. О, господи, и вы тут. Ай, блин, ай, блин. Ой-ё. Так, ой, я вообще все. Ой, да, я выключил субтитры. Чё? Я не это имел в виду. Так, включил субтитры. А, и сделал изи, все, отлично. Так, блин, мне нужен вот это, наверное. Музыка, конечно, у них классная, новая, все такое, но... Ну да. Фух, так, короче, могу ли я убегать? Кажется, нет. Мне кажется, кто-то стреляет, и, наверное, поэтому я не могу убегать. Нет, могу! Так, я могу убегать, и я знаю, что мне вроде бы что-то бумкает. Блин, оно, возможно, бумкает в том смысле, что время уходит, и дом рушится. Я не совсем уверен, но кажется, у нас действительно мало времени. И дорогу я более-менее помню. Так, здесь сюда, здесь сюда, здесь сюда, здесь все еще прямо, да. Это тот самый вход-проход, пентаграмма. Ладно, здесь один путь. Вот что после пентаграммы, я, честно говоря, не знаю. Ой, господи, как же ты меня напугал! Оф. Аф. Ам. О, боже мой! Ни хрена себе жизнь! Так, к счастью, точно так же, как и в Моровинде, мы на паузе можем полечиться. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё, отстань. Отстань, здесь зеркала интересные, здесь все такое интересное. Здесь какие-то, смотрите, скалы, огонь. Ладно, все, вроде достаточно просматривали. Хотел сказать, огонь здесь не включишь, в том смысле, что фонарика нету. Как у... О, боже мой! Как у Гордона Фримена. Ё-моё. Он умер, нет? Он умер! Он умер! А, блин, повезло, я просто случайно взял этот мощный посох, и он реально мне пригодился, зашибись. Ну, прощай, прекрасный мир, ты был так прекрасен, что мне аж плохо. Редко у меня были такие ощущения по жалости к уходу, откуда бы ты ни было бы. Но из тебя уходить я не хочу. Ах! Эй, что, это не все? А, это все? Я умер? Что? А, я не умер. So there it is. И вот и все. От начала и до конца. Вся гребаная история. Я знаю, вы думаете, что я сумасшедший. Поэтому вы меня сюда поместили. Правильно? И теперь, если не переживаете, в общем, весь все нормально. Я типа то ли отдохну, то ли что-то такое. Это вы пережили травматический экспириенс. Нужно что-то еще попробовать. Вот и твои лекарства, Адам. Ты понимаешь, что это типа Ребекка, что ли, или что? Может и нет. Вы знаете, я на самом деле всегда считал, что эта игра... Ну, вернее, когда я посмотрел обзор Росса, я считал, что эта игра заканчивается тем, что Адам реально сумасшедший, и все это его бред. Но, честно говоря, игра так клево заканчивается до этого момента, что я даже не уверен, все ли на это намекает. Я в лицах очень плохо. Это Ребекка была или нет? Они даже не показали лицо врача.
И он... Это мог бы быть типа Белиал. Это был ли его голос или нет? Да вроде нет. Но до этого Белиал был... как сказать, в робе врача. Как сказать, в халате врача. И поэтому... Может быть, это было он, а может и нет. Я потому что... я не был уверен. Ха. Просто когда я видел это в обзоре, я просто все забыл. Я действительно очень мало помнил, что было там в обзоре. И мне казалось, что... там все более конкретно намекает на то, что он реально абсолютно поехавший. А здесь непонятно. То ли действительно после этого он закрыли его, то ли чего. В любом случае, точно не сказать, что счастливый конец, так или иначе. Но Realms of the Haunting. Copyright Gremlin Interactive. Interactive. И чё, и всё? Realms of the Haunting, the end. Ты кончался долго и красиво и приятно, но все равно мало. Дорогой Realms of the Haunting. Давно я не заканчивал игры на канале, видел летсплея. Если не сказать очень давно. Я даже не помню, какая была последняя. Реально забыл. Ну и ладно. Мне нужно подумать насчет того, что я думаю насчет концовки, пересмотреть обзор Росса, как я в любом случае собирался после этой записи, подумать, что я думаю, еще раз подумать, что я думаю, что я подумал насчет того, что я думаю. Решить, что, наверное, конечно же, Адам совершенно поехавший. По крайней мере, если мир существует именно таким, в котором мы живем. Мир, в котором я живу, называется мир, в котором живет Адам. Нам. Не знаю. Все это сложно. Поэтому я скорее больше жду ваших комментариев, если кому-то есть что сказать. Или в личных сообщениях, или в комментариях. В любом случае, бай. Realms of the Haunting — это хорошо. И жалко, что он кончился. Пока. Ну, я вернусь. Но не с Ремсом. Бай. Пам-пам. Thank you.